Так, принесли на Амазон. Я заказала немножечко. Фея, что там такое? Самое главное, заказала фея пеленки. Потому что закончились у нее пеленки для туалета. Ну, конечно, я заказала такие типа медицинские, но они универсальные называются, вот такие вот. Тереза Мед я уже второй раз беру, в принципе, они нормальные, они такие, такие плотные. Сама пеленка такая достаточно плотная, мне, в общем, нравится. Значит, я заказала вчера уже Озон Экспресс товаров на 5027 рублей. Вот, ну, понятно, доставка бесплатная с такой суммы, да? И, значит, можно было вот там в какую-то ближайшую неделю, я, в общем, до конца не поняла. В общем, ну, мне, короче, пришла такая фигня внизу. То есть я пока заказывала, говорит, хотите расплатиться премиум баллами? Я думаю, ну. И смотрю, причем, да, думаю, ну, дай нажму. Баллы премиум какие-то тут у меня, понимаете? А баллы премиум у меня здесь 3468. Плюс баллы Озон, 300 баллов, да? То есть из всей этой суммы 5027 вычли вот эти 300 баллов, 3478. Итого за весь заказ я заплатила 1259 рублей. Ну, то есть это, наверное, типа, ну, как бы, да, типа, кэшбэк вернулся, типа того, что, да, но только Озон, наверное, я думаю, переводит вот это вот все баллы премиум, Озон. Ну, в общем, короче говоря, когда вы постоянно что-то заказываете в Озоне, вот такая вот появилась у них интересная замануха с премиум баллами. Ну, в общем, короче, вот я сделала заказ такой достаточно большой. Поэтому, когда я залезаю в свой заказ, вот вы не поверите, да, у меня там такие смешные цены, да, я, например, я смотрю и думаю, я понять ничего не могу. У меня написано фрикадельки, я взяла фрикадельки 4 пачки, вот такие фрикадельки 4-5. У меня, значит, написано фрикадельки 4 пачки. Представляете, 4 пачки фрикадельки написано, что стоит там 300 с чем-то рублей. Я думаю, подожди, такого быть не может. Ну, как фрикадельки уже такие, да, они не могут просто, в принципе, столько стоить. Вот. И это касается, то есть, да, всего. То есть я взяла много всего. Вот в 3 пачки молока. Ну, молоко, правда, и так было со скидкой, вот это вот Белый город. Оно, кстати, неплохое тут, оно литровое, такое хорошее молоко. Значит, чудо-йогурт я взяла 5 штук. Вот смотрите, 5 штук. 5 штук. Вот. Потом сыр сливочный Натура я взяла. Да. Ну, в общем, вот. Яйца я опять взяла. Вот эти 30 штук. Ну куда? Я беру, потому что нас много. Кладу и вообще забываю, что мне надо за яйцами ходить. То, что кончается у нас, так это яйца. Ну, фрикадельки я вам уже показывала. Так, что тут я взяла? Еще маслица сливочная. Значит, окраина колбаска докторская. У нее, кстати, новая упаковка, смотрите, да? Вот такая вот появилась. Ну, она зелененькая. Раньше она была розовенькая такая, да? А сейчас стала зелененькая. Прикольно. Кстати, мне нравится эта колбаска. Ну, как бы она лежит на всяких случаях в холодильнике, да? Каша не просит. 2 батона я взяла. То есть не один, 2 батона. Да. Ну, тут, правда, не очень большие батоны. Ну, в общем, как-то так. Что еще есть? А, вот кисели тоже. Кисель вишневый я взяла. 2 штуки. 2 штуки вишневого, 2 штуки, по-моему, смородинового. 2 штуки вишневого, 2 штуки смородинового. Может, что перепутал. Пастилу белевскую вот такую, типа натуральную, да? Ну, не типа, а натуральную. Вот так. Фрикадельки. Так, это благодаря... Так, вот. Тимофея взяла ММДСики. И, ну, и Коля тоже, да, потому что они иногда что-то просят. Вот, единственное, что пастила. Ну, чуть помяли пачку, не страшно. Она же все равно ее... Пастилу можно смело открывать уже даже сразу. Несмотря на то, что помята пачка, потому что внутри-то она не помята, пастила вот нормальная, смотрите, да, внутри пришла. Ой. Ну, это как говорится, чтобы было с чем чай попить. Так, что еще я взяла? Мумин какие-то, значит, ириски, мумитроль ириски, мы потом с вами обязательно попробуем, чайку попьем. Хлеб я взяла, да, ржаной, такой ржаной край. Хлеб взяла, ржаной край. Конфеты «Москвичка». Ну, большую пачку
большую пачку 30, значит, воду взяла Тимофей, и он, да, вы видели, там литровые такие бутылочки. В общем, там упаковка что-то вообще... Сама упаковка что-то там 260, что ли, 250 рублей стоит, я не помню. Так, лаваш взяла. Ну и все, вот еще тоже батон ржаного края взяла, чтобы был. Я, кстати, хлеб убираю в холодильник, потому что, ну, чтобы он у нас был, да, потому что я знаю, что сейчас... чтобы никто не ходил пока в магазин, ну, на этот период. Потому что если раз в магазин пойдешь, мне кажется, там что-нибудь еще какую-нибудь заразу зацепишь. Да, так, значит, вода и пеленки, да, еще самое главное. Вода и пеленки. Ну, в общем, я говорю... А, да, забыла, шампиньоны взяла. Шампиньоны резанные взяла. Хотела взять свежие, но в Азоне Экспресс не было, поэтому я взяла две вот упаковки шампиньонов. Вот. Но самое главное у меня, да, фрикадельки, 4 пачки. Я сейчас их потушу. Я обычно их тушу. Там можно, если очень быстро, можно развести, например, сметаной чуть-чуть с томатной пастой или с кетчупом, кто как любит, да, у кого кайф. Ну, кто как относится как к натуральности, да, всякой еды, вот и все такое прочее. Так, что еще? Ну, в общем, все, лечимся мы потихоньку, лечимся. Тимофей, не знаю, Тимофей у меня до сих пор еще не какущий. Пьем мы этот Сумамед. Я люблю вот такой вот смекту в суспензии покупать. Смотрите, не знаю, кто-нибудь брать, потому что обычно смекта продается, да, вот, ну, как бы в таких вот саше. Вот тоже какая-то новая смекта, клубника появилась. Потому что я не знаю, новая она или старая, но во всяком случае мы с Маратом купили. Значит, смекта клубничная. Знаете, да, она разводится. Я вообще держу на всякий случай смекту, потому что все бывает. Бывает, например, вздутие, если у вас, да, или что-то вот в таком духе, вот так, и в пакетиках она выступает. Если у вас какие-то кишечные расстройства, еще смекта, ну, как бы смекта всегда должна быть в доме. Вот, плюс, даже если когда у вас желудок болит, то, ну, мало ли, по какой причине он у вас болит, вдруг уж не то съели, смекта тоже вам поможет. Значит, вот этот смект в суспензии вообще просто классная. Я вам обязательно сейчас покажу, потому что, ну, вот, вот смотрите, такой саше пакетик, да, его, выда... ну, вот тут специально такие прорези есть, отрываешь, выдавливаешь и выпиваешь. То есть его можно прям с собой носить, но мало ли что. Вот, ну тут прям написано при диарее, но вообще я говорю, классное совершенно лекарство, очень мне нравится. Абсорбирует, написано, бактерии, вирусы, токсины. Улучшает цитопротекторные свойства, ну понятно. Значит, тут мы купили, значит, карамель какао. Вот, 8 пакетиков тут всего, 8 пакетиков. А сколько стоит 8 пакетиков? Сейчас я, вот это я вам скажу, потому что Марат взял чек. Значит, смекта... Да, вот эти 8 пакетиков стоят 304 рубля. Ну, это он, мы берем со скидкой, да? То есть, если ты заказываешь через Горздрав, аптека, если ты заказываешь через интернет, то, соответственно, это дешевле. Потом приходишь просто в аптеку и забираешь заказ. Он там, ну, прилично дешевле, там, на сколько-то процентов. Ну, что-то... На 15, что ли, на 20. Ну, там, в общем, прилично, на сколько процентов, я не помню. Марат, напиши, если ты... Я не помню, потому что заказывает всегда он. Вот, поэтому не буду вам врать. Значит, со вкусом клубники 310,20 стоит вот такая упаковка. Но тут 30 пакетов. То есть, ну, как бы, если с целью выгодности, конечно, брать лучше пакеты. Но пакеты надо разводить и пить. А суспензию для тех, кто куда-то спешит, куда-то торопится... И для деток суспензия лучше, конечно же, потому что дети, ну, тяжело. А, вот, и собакам тоже смекта, собакам, кто собаченьки меня смотрит, собакам смекта тоже. Ну, все же бывает, тоже у собак же, тоже так же, как и у людей, все бывает, и диарея, и все такое прочее. Поэтому, в общем, все, тоже, если желудок вдруг заболел, какое-то расстройство у собачек, собаке удобнее всего, особенно нашим маленьким собачанькам,
Да, конечно, всю пачку им давать не надо. Я банально, ну, все по-разному делают. Кто-то на ложку кладет. Я феи вообще банально, вот просто вот на палец кладу прям вот эту смесь. Она такая же суспензия, она не вот, она такая, ну, не то чтобы желеистая, а так достаточно густой консистенции. Я прям кладу на палец и прям за щеку ей вот туда вот так под язык намазываю, ну, как бы, да. Ну, что, своя собачка родная, это нормально. Вот, и поэтому, и она его уже никуда не выплюнет, потому что она же не водяной консистенции никакой, да? То есть я обычно прям раз, вот так вот держу ей морду, и все, никуда она не денется. Поэтому вот смек-то вообще, я говорю, классное средство, оно у вас должно быть всегда. А, да, маме я должна была смек-то купить. В тот раз. Да так и не купила, потому что ее в аптеке не было. Вот она, кстати, не всегда бывает, ее быстро очень разбирают, поэтому лучше всего, конечно, ее заказывать через интернет. Мама тоже любит вот именно вот это вот саше. Удобнее всего. Я пойду сейчас приведу себя немножко в порядок. Конечно, сейчас такая я утренняя. После душа вышла. Я еще лицо натерла волосами, поэтому немножечко видно, конечно, тут у меня какие-то капилляры, еще что-то, да. После ковида, знаете, да, веселая история после ковида, когда у тебя вылезли сосуды вообще, и мелкие сосуды потрескались вообще практически, ну, не то чтобы везде, а, ну, в общем, ну, практически везде. То есть я даже стала замечать, что у меня на руках вены просвечиваются, хотя раньше я этого, ну, не наблюдала за собой, это после ковида. Все после ковида стали мы такие синюшно-мраморные такие, с таким налетом красивым. Ну, не все, у кого что. У кого по мозгам дало, у кого по капиллярам, по сосудам, по венам, да. С вами прощаюсь. Все. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комментарии. И самое главное, если кто-нибудь из вас решится наконец-таки заказать Озон Экспресс, или кто-нибудь уже заказывает, введите вот эту ссылку, и вы получите скидку 5% при покупке на сумму от 1500 рублей. Для удобства эту ссылку я выложу в описании к видео и в первом комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Thank you.